Провокацией назвали в Госдепартаменте США испытание баллистических ракет в Северной Корее. А в Пхеньяне целью ракетных запусков назвали, цитата, «тренировку удара по базам США». По сообщению официального новостного агентства КНДР, запуск 4 ракет проинспектировал лидер страны Ким Чен Ын лично. По данным японских властей, запущенные утром в понедельник ракеты пролетели около 1000 километров и упали в море примерно в 300 километрах от северо-западного побережья Японии. Токио и Вашингтон уже призвали обсудить северокорейскую угрозу на экстренном заседании Совета безопасности ООН. Одновременно в Белом доме заявили о намерении направить в Южную Корею противоракетную систему. Напомню, что на прошлой неделе президент Трамп назвал КНДР самой серьезной угрозой для Соединенных Штатов на сегодняшний день. А в последнем официальном заявлении Пхеньяна указывается, что, цитата, «в нынешней крайне напряженной ситуации война может начаться в любой момент».